Михаил, игра получилась напряженной, драматичной. Первый период 0-0. Скажите, почему так? Ну, первый период получился скомканным. Пытались найти свою игру. Не получилось. Нам моменты были, не получилось реализовать. Но на второй период уже вышли, настроились. Поговорили с командой друг с другом, чего нам не хватает. Сделали работу над ошибками, вышли на второй период, забили. Соперник очень такой хороший, молодые пацаны, борются, никто не хочет уступать, тем более за выход в финал надо бороться до конца, что они сегодня и делали. Показали хорошую игру нам.